Здравствуйте, я Андрей Ракитский, и я рядом с вами. Для тех, кто впервые слушает мою медитацию, представлюсь. Я врач в третьем поколении. Моя специализация – психотерапия. Я являюсь практикующим гипнологом. Этот сеанс предназначен для утверждения вашего внутреннего огня и безупречной силы света. Во время медитации вы ощутите в себе силу Солнца. Прикосновение к его сакральной энергии поможет вам преобразиться и обрести духовную силу. Сеанс укрепит вас и повысит вашу самооценку. Вы наполнитесь верой в себя и внутренним оптимизмом. Доверьтесь силе света, которая формирует окружающую нас среду и делает возможным сам факт жизни. Я надеюсь, вы лежите в своей постели, где вас никто не потревожит, и приняли удобную позу. Сделайте легкий, комфортный вдох. Медленно выдохните весь воздух из своей груди. Хорошо. Теперь дышите в комфортном темпе, не регулируя свое дыхание. Расслабьтесь. Не старайтесь вслушиваться в мой голос и запоминать мои слова. Ваше подсознание само будет воспринимать всю необходимую информацию. Даже когда вы погрузитесь в состояние глубокого забытья, ваше подсознание будет продолжать работать самостоятельно, без контроля вашего сознания. Постарайтесь отбросить все то, чем была занята ваша голова в течение этого дня. В течение последней недели, месяца, года, какого-то более продолжительного этапа вашей жизни. Освободитесь от мыслей, воспоминаний и образов, связанных с вашими тревогами, страхами, обидами, переживаниями, эмоциями злости, желанием мести, реванш. Просто отбросьте все это. Очистите свой разум. Хотя бы на то время, пока будете медитировать. Просто слушайте мой голос и погружайтесь в состояние покоя. Подумайте о том, что когда-то, в прежние времена, люди верили в силы природы.
Каждая стихия воспринималась как нечто живое. Тогда человек рассматривал себя в единстве со всей природой, как неотъемлемая ее часть, и жил в гармонии с миром. Попробуйте сейчас проникнуться влиянием одной из основополагающих сил природы, которая является источником света и тепла для нашего мира, формирует окружающую нас реальность, влияет на жизненные циклы растений и животных, делает возможным сам факт нашего существования. Подумайте о солнце. Отбросьте остальные мысли. Попробуйте представить себе солнце и погрузиться в его чистый свет. Попробуйте увидеть, как оно летит по небесному пути, словно в колеснице, запряженной четверкой быстрых и легкокрылых коней, извергая снопы стремительно разлетающихся в разные стороны лучей чистого света, наполняя ими всю необъятную ширь небосвода. Этот неиссякающий поток солнечных лучей обтекает вокруг все края Земли, разливая повсюду тепло и свет, изгоняя отовсюду тьму, развеивая в клочья чары царства теней. Солнце находится с вами. От него исходит тепло, и вы наслаждаетесь им. Лучи солнца спешат к вам, и вы смело впускаете их внутрь себя. Вы вдыхаете их полной грудью, и с каждым вдохом лучи солнца наполняют вас все больше и больше. Вдыхая солнечный свет, вы чувствуете, как расслабляется ваше тело, как вас наполняет покой. Ощущение внутренней защищенности, стабильности, силы. Вы замечаете, как все чуждое, мешающее, наносное, все, что давило на вас, испытывало, заставляло страдать, занимало ваши мысли, наполняло негативом ваши эмоции, просто тает и, растворяясь в
наполнившем вас солнечном свете, исчезает без следа. Вы расслабляетесь все больше и больше. В этой теплой и светлой неге вы наполняетесь ощущением безусловной свободы, бесконечности мироздания. Вы чувствуете астральное равновесие силы и мудрости. Солнечный покой, удовлетворение, красоту Млечного Пути, всех бесчисленных галактик и туманностей космоса. Чудесная сила звучит в вашем пульсе. Это пульсация солнца в вашей крови. Это сила жизни. Солнечные лучи наполняют небесные сферы всевозможной силы, великолепием и чистотой, озаряя ваше сущее начало. Вы видите золотые цветы, которые сияют, как пламя, реки, которые сотнями устремляются вперед, и горы, где листья кружатся, как серебристый огонь. Тихая экзальтация, тянущаяся к солнцу, это великолепие вечной улыбки, сияние вечной красоты и безупречной славы. Золотыми лучами, спадающие на вас, вы чувствуете и осознаете свое единство с солнцем. Вы погружаетесь в исходящее от него чувство мощи, светлой крепости духа, стойкости и умения противостоять трудностям и невзгодам. Солнечные лучи, протянувшиеся к вам, словно заботливые умные руки, вынимают из вас страх и сомнение в своей способности сражаться и побеждать. Солнце вынимает и расплавляет все ваши тревоги, избавляет от любого другого негатива. Оно делает это с легкостью и изяществом, идеально точно и правильно. Солнце своими лучами тянется к вам, чтобы принести вам
смелость, любовь, мир, стойкость и счастье, готовность противостоять испытаниям. Эти ощущения обволакивают вас, подобно магическому защитному кокону, сквозь который не проникает никакое зло. Вы начинаете чувствовать себя спокойно и уверенно. Вы пылающая бесконечность высшей энергии. Вы огненный шар молнии. Сгусток чистой силы воли. Торжествующая сила и дух солнца находятся внутри вас. Вы луч света, обретший форму. Вы воплощение уверенности. Вы побеждающая сила. Сила вашего духа подобна молнии. Ничто не может противостоять ей. Вы расслабляетесь все больше и больше. Но при этом какая-то часть вашего «я», которой нравится переходить от одного прекрасного, приятного образа к другому, все же сохраняет часть своей активности. Ровно настолько, чтобы, подобно птице, летящей по яркому голубому небу, перелетать с дерева на дерево или с цветка на цветок. В настоящий момент вы находитесь в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием. То, с чем вы входите в состояние сна, определяет вашу жизнь. Это полезный, мистический момент, который надо использовать с максимальной выгодой для себя. Вы погружаетесь в глубокое магическое состояние перехода от бодрствования ко сну. Я незримо присутствую в этом особом моменте. Не нужно бороться со сном. Пусть он наступит естественно, как это происходит обычно. Следуйте безучастно за моим голосом. Сейчас я начну считать от 5 до 1. И с каждым счетом
каждым моим словом вы будете расслабляться все глубже и глубже, постепенно погружаясь в состояние сна. Когда я досчитаю до одного, вы заснете. Но при этом сохраните способность быть там, где вы хотите быть. Быть тем, кем хотите стать. 5. В глубине своего покоя и мечты представьте себя в чудесном, пронизанном солнечным светом саду. Этот сад – место вашего позитивного мышления, внутреннего умиротворения. Достаточно окунуться в ветви и листья этого сада, чтобы соприкоснуться с вечностью. Вы смотрите вверх на небо и видите солнце. Оно как будто приветствует вас. 4. Вы погружаетесь в состояние глубокого покоя. На вашем лице улыбка. В вашей крови течет сила. Вы излучаете силу. И она постепенно растет. Ее становится все больше и больше. Вы наполняетесь силой. Вы воин света. 3. Вы идете по пути к совершенству. Солнце зовет вас в вашей крови, зовет к благородным поступкам, яркому сиянию, смелости и победе. Солнце освещает ваш путь, и вы не боитесь идти по этому пути. 2. Ваше сознание полностью растворилось в покое и умиротворении. Войдите в это состояние полного внутреннего безмолвия. Ощутите вибрацию вашей естественной природной гармонии. Яркой, ослепительной красотой. Утверждающая сила вашей души охватывает все ваше существо, словно золотой, сияющий аурой. Солнечная сила воли,
сияет в вашем сердце, словно огонь в ночи. Демонстрируя внутреннюю согласованность, стиль честности и стойкости во всех аспектах существования. Солнце передает вам силу своего огня, свет, ни с чем не сравнимую уверенность. Солнце ведет вас вперед, к вашей безграничной выдержке, силе, смелости, свободе, в единстве с самим собой. Самодисциплина, абсолютное самообладание и бесстрашие – вот ваши качества на пути силы. Один. Вы уверены в себе. Вы осознаете свою мощь и свою волю сделать все, что угодно, свою способность заставить случиться тому, что нужно вам. Вы все в своей жизни делаете красиво и правильно. Спите глубже. Глубже.